насчет того, чтобы взять бутылочку мартини, приехать ко мне и всю ночь грешить? Ай-яй-яй-яй, ай-яй, мой амор, ай, ты морена, ми корасон. Или взять бутылочку мартини, вернуться домой, нажраться в одного и остаться праведником. Так и сделаю. Она пусть дрочит и попадает в ад. Все, кто дрочит, попадают в ад. Да я шучу! Испугались уже? Жмите на кнопку и подписывайтесь на наш невинный канал. Первая пилотная серия короткометражного фильма о подростковой любви и заботах в жизни.